Всем привет! Сегодня будем готовить аросто альвителло. Будем запекать телятину в духовке с картофелем. Начнем с картофеля. Я его заранее почистила и нарезала на такие квадратики. Картофель почистили, помыли. Сейчас добавим соль хорошо, так посолим. Добавим перчик. Я еще добавляю паприку. Хорошенечко. Немножко острого перчика. Добавим 2 зубчика чеснока. Можете выдавить, можете просто нарезать. Нарежу на 2 части. Добавим веточку розмарина. Добавляем оливковое масло хорошо. Перемешиваем и выкладываем на лист. Оставляем место для телятины и отправляем в духовку запекаться. Берем вырезку телятины, я подготовила ее, уже обрезала все жилки. Сейчас будем его завязывать. Берем специальную нитку. Делаем двойной узелок. Закручиваем на руку, перекручиваем и одеваем сверху. Затягиваем, делаем еще одну петлю, прокручиваем через каждых 2 сантиметра. Затягиваем. Такое мясо у нас получилось. Сейчас берем 2 веточки розмарина, продеваем. Сейчас хорошо посолим. Поперчим. Хорошо пришлепнем и отправляем обжариваться. Обжариваем со всех сторон. Обжарили телятину, вино выпарилось. Сейчас выкладываем посередину картофель и выливаем соус сверху. Отправляем выпекаться 35 минут в температуре 200 градусов. Телятина готова. Всем приятного аппетита!